думал, ты будешь с солдатами Хенсельта. Ты меня не поймешь, Йорвит. Я не забыл, Флотсон. И то, что верхний Айдирн пал, не значит, что мы попрячемся по лесам. Твой сон окончился, Йорвит. Нет. Thank you.
встречи в Локмуине. Ты опоздал, король. Где они? Понятия не имею. Или ты скажешь, или... Не будь смешным. Ты и так не выпустишь меня отсюда живым. Да ты провидец. Мечом ты махать умеешь. Хоть один достойный противник. Ты выиграл битву, но проиграл войну. Город в моих руках. А ты в моих? Ради блага темерской короны Вернон Роше пойдет на все. Если нужно, он станет убийцей или заставит убивать других. Бернард Лоредо принес миру только страдания и презрение. Я помог Роше, сошелся с его людьми. И вот я снова перед выбором. Убить коменданта, забытой богом фактории, это то же самое, что убить короля. Даже если оба они убийцы и насильники. Вернон Роше, темерский петушок в синюю полоску. И что ты мне сделаешь? Угадай. Вы меня не убьете, не посмеете. Я король Каэдвена, а скоро и Верхнего Аэдирна. Без меня Север не выстоит. Я победил! Вы знаете, почему я так спешил с битвой? Знаете? Я должен был успеть до Локмуинна. Он тянет время. Давай его кончать. Подожди. Говори, король, что будет в Локмуине? Новый порядок во всем мире. Новые границы. Все изменится. Туда прибудут все владыки Севера, короли, принцы. Знаете такую поговорку? Кто владеет долиной Понтора, тот владеет Севером. Чародеи будут? Это вообще их идея. Они собрались воскресить Совет и Капитул. Хотят вернуть свои права и привилегии. Место в обществе. Бред какой-то. Но я их всех провел. Это я буду диктовать трактаты. Я покажу, где их место. Ты приказал убить моих людей и ответишь за это. Конечно, я приказал их убить. А что вы делаете со шпионами в Темерии? Раздаете им награды? Никто из повешенных не состоял в заговоре. Только я. Знаешь пословицу? Лес рубят, щепки летят. Твоя подлость вознеслась до небес. Что ты называешь подлостью? То, что благодаря мне Каэдвен будет сильнее, чем когда-либо прежде? Идиот! Я последний владыка Севера, с которым считается Нильфгаард. И будет считаться. Ведьмак, образум его!
Убийство и насилие ты тоже отнесешь к королевским добродетелям? Каждая девка мечтает о том, чтобы ее трахнул король. А Бьянка? Она тебе пожаловалась? Я-то думал, ей понравилось. Пищала девка, как несмазанная ось. Идем отсюда, Вернон. Ты спятил? Ты хотел убить короля, а поймал таракана. Я не прощу ему. Хочешь стать таким же убийцей, как Лето? Из-за этого выродка? Убив Хенсельта, ты поможешь убийцам королей. Пойдем. Хочешь пощадить его? Да он не оставит нас в покое. Если убьете меня, вас найдут мои люди. Пусть сперва поймают. Пошли отсюда, пока я не передумал. Ты доказал, что у тебя есть яйца, Вернон. Духу не хватило. Ты мог убить безоружного Хенсельта или сразиться с самим собой. Ты выбрал более серьезного противника и победил. Возможно, я еще пожалею. Только мы знаем, что здесь произошло. И Хенсельт. Лучше нам об этом забыть. Я постараюсь забыть. Шиала телепортировалась в Локмуине. Где Шиала, там и Лето. Убийцы собираются на мирные переговоры. Мы должны быть там. Шиала де Тансервиль. С самого начала я был уверен, что она скрывает страшную тайну. Понятно, что после упразднения Совета и Капитула чародеи потеряли всякий страх. Но убийство короля? Зачем все это? Что происходит? Похоже, ответы на все эти вопросы скрывались в Локмуине, древнем городе Вранов, цивилизации, сгинувшей во мраке истории давным-давно. Вы верно спросите. Отчего ты сам не отправился в Локмуини, мастер Лютик? Итак, ваш покорный слуга должен был покинуть долину Понтера, ибо за отважное выступление против короля Хенсельта рисковал заплатить жизнью. Покорно отдаться палачу и обречь эти необычайные события на вечное забвение было бы преступлением против искусства. Все же, не слагая себе ответственность за судьбы Севера, я отправил в Локмуини своего верного друга, Геральта из Ривии. Я уже упоминал, сколь брезгует он политикой. Наконец-то он мог сполна выразить свое презрение. Посол от Родовида был? Так точно. И что сказал? Тимерия не удержится. Среди дворян единства нету, а конетаблю Наталису не на что опереться. Старый добрый Наталис получит пинок под зад. Этого можно было ожидать. Чуть не договорились, но без фольтостовой дочки у них ничего не вышло. Кто бы сомневался. Место для девчонки готово. У нас тут проблемка. Выкладывай твою проблемку. Двери нет. Без двери ее не закроешь. Без тебя знаю, идиот. Пошел прочь. Сейчас дядюшка Дедмульт заколдует твой домик. Версах анима.
Самый ценный подарок из Нильфгарда. И приберитесь здесь. Это Локмуини, а не хлев. Кончай триндеть, Геральт. Маршал Раупинек и правда был вредный хер. Ну так и времена были другие. Он приказал перебить в Локмуини всех эльфов до единого. А Йорвит и прочие машут теперь Раупинеком как знаменем. Пойми, во время войны что только не делают, все зависит от обстоятельств. Ну конечно, а бедный Раупинек под старость мучился угрызениями совести. Хватит ля-ля, Геральт. Я же сказал, что он был ублюдком. А ты что, эльфов собрался защищать? Да у них у самих руки по локоть в крови. Враны ушли. Мы должны были спасти источник силы и сохранили этот город-памятник. Пфу, эльфийские бредни. В пещерах рядом с городом нашли сотни костей ящеров. Всех тварей зарубили клинками. В общем, думай себе, что хочешь, а меня интересуют только теперешние жители этого города. И почему мне кажется, что ты сделаешь какую-нибудь очень большую глупость, когда мы туда попадем? Прежде всего, я найду там лекарство от моих страданий. Его зовут Детмальд. Смотри, не вляпайся во время лечения в какое-нибудь говно. Он успеет понять, что умирает. Не стоит делить шкуру неубитого медведя. Детмальд — крыса, а не медведь. Я его из любой норы вытяну. Синие полоски больше, чем армия. Я сам набирал людей, обучал их, да всякое бывало. Когда со щитом, когда на щите. Геральт, холера, у нас нет времени. Им даже не дали шанса умереть в бою. Ты потерял не только их, но и своего короля, верно? Не забывай, зачем ты отправился в этот путь. Лето и Шаала в Локмуине, обратно они живыми не выйдут. Thank you.
рыцари Ордена. Орден Пылающей Розы. Вот уж кого я не ждал увидеть. Рыцари утратили влияние в Тимерии и теперь связались с Родовидом. Будь с ними осторожнее. С этими девственниками никогда ничего до конца не ясно. Кроме того, не так давно у нас с ними возникли кое-какие разногласия. Я объясню им, что твое присутствие в Локмуине необходимо. И что дальше? Как думаешь, что нас ждет в городе? Отдельные укрепленные лагеря, буферные зоны, патрули кругом. В идеале должно быть как-то так, если у магов с их капитулом осталось хоть что-нибудь в голове. Я так понимаю, у тебя большой опыт. Мирный договор в Цинтре 2 апреля подписали спокойно, если не считать рыков Хенсельта и ночных возлияний добровольческой рати Махакама. А после подписания народ радостно глазел на военный парад. Только вот никто, сука, так и не узнал, как я и еще пара мужиков вроде меня неделю сидели над картой города и ломали голову, как отделить этих коронованных идиотов друг от друга. Вдруг кто-нибудь из них решил бы отомстить за старые обиды. Надеюсь, здесь такую возможность тоже учитывают. Успокойся. Все чародеи хотят запустить лапы в королевское золото. Так что они позаботятся, чтобы не спугнуть источники финансирования. По крайней мере, пока не начнется спор за долину Понтера. Ладно. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Сейчас поговорку и проверим. Если потеряем друг друга, встречаемся на главной площади. Идет. Вот еще... Стой! Ты кто таков? Это Геральт из Ривии. Я о нем говорил. Да, говорил. Только врал, небось. Все утверждают, что ведьмак убил Фольтеста. Один ты его защищаешь. Вас здесь тоже не должно быть? Нас пригласил Родовид. Что вы вообще здесь делаете? А это уже не ваше дело. Идите своей дорогой. Похоже, Родовид не рассчитывает на мирное завершение этих мирных переговоров. Ясно одно. Верить здесь никому нельзя. Никогда никому нельзя верить. Надо разобраться, что тут происходит. Сперва я бы послушал того, кто поставил рыцари перед воротами Локмуини. Я пойду в лагерь риданцев, а ты осмотрись тут. Встречаемся у шатра Родовида. Хорошо. Я не верю, что ты убил Фольтеста. Я его и не убивал. Но награда есть награда. Как профессионал, ты должен меня понять. Еще одно трепло. Yeah!
Я не верю. Я... Но на... Ещё... Что все это значит? Кого я, сука, вижу? Ведьмак Геральт, собиратель квадратных монет. Что надо? На этот раз Зывик нам не помешает, так что выходи на бой. Ты знаешь, что такое Смирна, болван? Откуда? Из пивки, господин офицер. У тебя из забор шалома торчит. Больно. Мы находимся здесь по приказу императорского величества. Вы не старайтесь. Выполняйте!
или нет, я сам с вас шкуру спущу. Так точно. Если справишь... Я достану тебя, шавка! Не стоит, хватит тебе уже. Все ясно. Слава императору! От ворожбы! Покиньте башни! Разбейте хрустальные шары! Сломайте жезлы и скиньте... Гоните черного кота! Мое имя Геральт. Брас из Ванарда. Я помню тебя. Ты был на Танадде и в Оксенфурте. Похоже, наши пути пересекаются именно на эльфских землях. Действительно. Но ты же не для того пришел, чтобы побеседовать об эльфских городах. Именно для этого. Меня очень интересуют эльфские руины. Неужели? Эльфская культура и вполовину не так интересна, как гномская. Даже в развалинах Локмуини производит незабываемое впечатление. Представь, каким был город во времена первого Капитула. Как говорится, до войны все было лучше. Джеофрей Монг привел сюда своих учеников из Стоков. Должно быть, они бродили тут, разинув рты от изумления. Не могу себе представить Хена Гидемгейта маленьким мальчиком с разинутым ртом. Вы встречались? Ах, да, на Танаде. Его смерть стала ужасной потерей для всех нас. Огромной. Видишь ли, Геральт, всем к старости начинает казаться, что мир год от года становится все хуже. Настоящие ценности исчезают, великие люди уходят в прошлое. Именно так. Но на Танаде действительно окончилась целая эпоха. Наш мир стал взрослым, утратил невинность. И это случилось в результате насилия. Кому нужны легендарные герои и сказочные чародеи во взрослом мире? Никому. В том-то и дело. Люди отлично проживут без чародеев, героев и ведьмаков. Только не все понимают это. Не все готовы с этим смириться. А ты умен. Я бы сказал, даже слишком. Многие знания, многие печали. Давай сменим тему. Нет. Я пришел, потому что ты отлично разбираешься в оружии. Ты преувеличиваешь. Ты лучший мастер-оружейник среди чародеев. Меня интересуют любые предметы материальной культуры других рас. Но среди прочего, оружие, да. Мне нужен острый и длинный предмет материальной культуры. Безотлагательно, если я правильно понимаю. Меня интересует дикая охота. Ты можешь мне помочь? Нет. Я не занимаюсь воздушными тварями. Спасибо. Ты можешь мне что-нибудь рассказать об этом манускрипте? Нет, ошибки тут быть не может. Ты вообще понимаешь, что держишь в руках? Думаю, да. Один маг сказал, что это старинный ритуал, который позволяет призвать злых духов, блуждающих по земле. Духов, которые всегда готовы заключить какой-нибудь договор. Этот маг продал тебе барахло. Враны прекрасно умели защищать свои сокровища. Говорят, в некоторых местах они оставили особых стражей,
который пробуждается всякий раз, когда рядом оказывается свиток со словами силы. Вот такой. Если правильно произнести нужные слова, откроется ход в затерянную сокровищницу. Как мне воспользоваться свитком? Ничего на свете не дается даром, мой друг. Чтобы страж пропустил тебя, не нужно даже понимать значение этих слов. Достаточно лишь правильно прочесть пароль. В этом случае у нас написано «Нана канпази удуя, лала гад экса нанази удузи, гад канпа нибит». «Нана канпа» значит «читай прямо», «нанази» значит «читай наоборот». Таким образом, если ты встретишь стражника, которого разбудит свиток, ты должен сначала ответить словами после «нана канпа», «нанази» — «пропустить», а все слова после него прочесть в обратном порядке. Спасибо тебе за помощь.
посмели. Я доложу об этом королю Родовиду. Идиот! Их сюда Родовид и прислал. Этого не может... Приветствую. У тебя тут уютно. Спасибо. Добро пожаловать в Вечный Огонь. Вечный Огонь? Что, кухня работает днем и ночью? Это совсем другое пламя. Вечный Огонь есть свет истины, тепло братской любви и дружбы. Только в Вечном Огне, только под этим знаком, сжигая ведьм на костре, брат тебе станет братом.
Возьми себя в руки.